что, что у нас мы ратуем за безопасность, камеры здесь, а наказание идет коллективное, а не персонально. Наказание идет в соответствии с рапортом делегата. Это первое. Так. Второе. Решение не было обжаловано, оно вступило в законную силу. Клубом. Клубом. Оно вступило в законную силу. Решение принято на основании рапорта делегата, на основании видеоматериалов и на основании материалов средств массовой информации, которые также публиковали высказывания. Вы знаете, о чем шла речь и кого оскорбляли. И это было не первый раз. Поскольку Спартака был уже второй случай рецидив, поэтому клуб наказан закрытием трибун. А вот вы говорите, что клуб не подал никакой протест. Они могли действительно что-то сделать? Нет, не в этом дело, что он не подал протест. Нет, просто болельщики, вот они упирают на то, что ничего клуб не сделал, никак их не защитил. Там было реально что-то сделать? Нет, или нет? Что значит клуб должен защитить? Понимаете как? Речь идет о решении КДК. Решение КДК вступило в законную силу. Вот представитель есть от Смертина. У нас было официальное письмо от Алексея Геннадьевича Смертина по поводу проявления расизма на трибуне. И КДК отреагировал полностью на это заявление. Решение принято в соответствии с дисциплинарным регламентом. В данном случае речь идет еще вот о чем. Что в дисциплинарном регламенте четко записано будет. И КДК отреагировал полностью на это заявление. Решение принято в соответствии с дисциплинарным регламентом. В данном случае речь идет еще вот о чем. Что в дисциплинарном регламенте четко записано запретить допуск на трибуну, кроме женщин и детей до 12 лет. Почему сегодня болельщики переворачивают эту историю совсем в другую сторону? Что там по половому признаку? Слушайте, там, а как это проверяться будет? Что? Ну вот доступ по документам? Не, ну женщина понятно, ну, да, а дети до 12 лет по документам. Ну, то есть Спартак не мог ничего сделать в этой ситуации? Нет, конечно. Есть решение КДК.